Привидище, это Roblox, и по нашей традиции раз в год я возвращаюсь в эту игру. Тематика у нас новогодняя, рождественская. Нифига себе, у тебя точило, я туда такой же тоже скоро докоплю. Так вот, будем убирать снег. Значит, все, что у меня сейчас есть, это вот такая вот палка. Я вообще не представляю, как можно палкой что-то убирать. Но, тем не менее, снег тает от нее. Как говорится, раз в год и палка стреляет, да. В нашем случае она не стреляет, а топит снег. За каждый растопленный квадрат снега я получаю снежинки. Эти снежинки я могу обменять на питомцев или купить другие роскошные инструменты. Ну, например, я уже покупал лопату, я сейчас экипирую ее. Дальше, водяной пистолет за 500 баксов. Тоже будет интересно посмотреть, как он будет топить снег, возможно, горячей водой. Далее идет нажимной плуг, ну и по нарастающей. Вот она, наша лопаточка. Эй, спокойствие, ну, когда у меня будет транспорт, я тоже, наверное, буду так же носиться здесь. Но можно же избить людей, которые убирают тут снег. Лопата, значит, дает нам не плюс один за квадрат, а плюс два. Соответственно, мы быстрее купим бабло. Надо ходить, кстати, между вот квадратиками, и они сразу по два забираются. Вообще хорошо. Прикольно смотреть, когда чувак что-то в руках как бы держит, но нифига не плавится у него. Итак, мы насобирали 753. А это говорит о том, что можно купить себе водяной пестик. Экипируем. И фиолетовый, пожалуйста, нам дайте. Проверяем. Водяной пистолет. Но почему он не фиолетовый, я не знаю. Но, тем не менее, дело пошло быстрее. У-у-у, как все заливается отлично, а? И он стреляет без остановки. Походу, у меня бесконечная вода горячая в нем. О, от первого лица тоже прикольно бегать. Я как будто сам лично держу этот водяной пистолет. Значит, настало время купить себе питомца, а то совсем как-то одиноко одному бегать. Есть за 250, а до К, 5К. Дальше там уже побольше идет, да? 15К. Ладно, давай мы за 1К сейчас купим кого-нибудь. И посмотрим, дадут ли они нам бонус. О-о-о, тачка появилась, ну-ка. Блин, жалко, я не смог ее стырить. Значит, вот что мы можем вылупить из этого яйца. Хотелось бы, конечно, медведя, но дракошу еще больше бы хотелось. Покупаем. Даки. Обыкновенный. Ну, вот. Ну, тем не менее, это мой первый питомец, и он дает x1.5 к снегу. Соответственно, мы в полтора раза быстрее теперь будем его собирать. Идем проверим. Летающая тарелка. Нифига себе. Вот это поворот. Значит, действительно... Теперь за один квадрат снега я получаю плюс 3 снежинки. Пацан с невидимой палкой так и бегает. Ух ты, его чуть не сбили. Он так и бегает. И у него, кстати, что-то даже там собирается, слушай. Весь прикол в том, что у него свой снег, и он действительно его собирает. То, что я собираю, он не видит. Он, наверное, так же видит и меня. Хотя вот чувак с палкой бегает и как бы... Но он бегает по тропинке, и у него нифига не происходит. Я со своим Даки набрал уже почти 1.5 снежинок. Честно слово, не знаю, куда они у меня толкаются. Наверное, под кепку, где у меня лысина. Значит, мы можем приобрести себе уже нажимной плуг. Дальше огнемет за 2500, но до него далеко, поэтому нажимной плуг. И я до сих пор не разобрался, зачем мне цвета. Вот я выбираю желтый. И теперь вот экипирую. Еще раз желтый. Выбираем, достаем плуг. И он желтый. А, ну он как бы и тут тоже желтый сам по себе. Давай мы их сделаем красный. Так, убираем плуг. Смотрим. Он все равно желтый. Непонятно, короче. Итак, при помощи плуга мы получаем 6 снежинок за квадрат. Мне уже порядком поднадоело здесь вот кружиться вокруг вот этого Golden Plows. И я могу уйти туда, когда наберу 3000 снега. Там снег будет собираться в 2 раза быстрее. И это прям стимулирует меня набрать эти 3К и свалить нафиг отсюда. Вот и набрались мои 3000 холодненьких снежинок. Идем сюда. И действительно, мы получаем x2 к сбору снега. Теперь я получаю плюс 12 снежинок за каждый квадратик. У меня уже 5500. Я предлагаю зайти в магазин и купить огнемет. Конечно, я могу купить и снегоуборщик нормально, но хочу огнемет. Посмотреть все вооружение, которое здесь имеется у нас. Его затестировать. Ох, как он плавит-то все замечательно. Почти как водяной пистолет, только огнемет.
А, ну и заметь, что снежинок я получаю меньше, чем от снежного плуга. Всего лишь 9 вместо 12. Лады, покупаем снегоуборщик. Экипируем и смотрим, что будет с ним. Снег сам по себе сыпется на бочину. Плюс 18 снежинок. Очень недурно. А еще мне интересно, если я вернусь к магазинчику, на территорию магазинчика, показатель изменится, я буду получать меньше снежинок? Да, я получаю всего лишь 9 вместо 18. То есть там, на той территории, снег особенный. Значит, решил я прикупить себе еще питомцев, чтобы Даки было не так одиноко. Еще один Даки. Медведь, о котором я мечтал, шикарно. Медведь дает 1,7, экипируем его. Еще одного Даки. Итак, посмотрим, сколько снега. Плюс 16, обалдеть. В два раза почти увеличилось у меня пополнение снежинками. Сейчас зайдем на территорию X2. 65, уф, вот это да. Значит, переходим к нашим инструментам. Следующий инструмент — это волшебная палочка за 50 тысяч снежинок. Это слишком дорого. Пока мы будем до нее идти, я предлагаю купить снегоход за 7500. До него мы быстро доберемся, поэтому... Let's go работать! Ты только глянь на глаза Мишки. Он в шоке. Следующая территория дает нам X3 к снегу. И чтобы туда попасть, нужно набрать 25 тысяч снега. Давай покупать наш первый транспорт. Это снегоход. О, он прям тут спавнится. Я думал, мне к магазинчику придется бежать. Вот он какой красненький у меня. А, так вот, это, наверное, цвет транспорта я могу менять, да? Фиолетовый, давай выберем. Нет, поскольку он уже заспавнился, цвет ты не можешь выбирать. Я понял. Лады, садимся на него. Давай заднюю сдаем. Поворачивает он, конечно, не ахти, зря я его тут заспавнил. Я сейчас между этими елками не разъедусь нафиг. Есть, выбрались, отлично. Плюс 11 к снегу. То есть, как бы, очень прям печально, но едет он гораздо шустрее, соответственно, снег он убирает быстрее. Честно, я даже не знаю, что лучше. Учитывая, что он еле-еле поворачивает, и еще и медведи мешаются с даками, то как бы так себе. Юху! Понеслась холодненькая. Ну вот, врезался в елку, теперь не выехать. Короче, транспорт здесь реализован беспонтово, по крайней мере, снегоход. Я постоянно в невидимые какие-то камни влетаю. Либо-либо это сказывается на том, что я не получил права на снегоход и тупо не умею ездить на нем. Накопил 10 тысяч. Наконец-то я распрощаюсь со своим снегоходом, который еле-еле управлялся. Надеюсь, на четырех колесах я буду ездить лучше. Покупаем, спавним. И он, как всегда, в елках заспавнился, да? Садимся. Слушай, ну четыре колеса, они хотя бы не застревают, едут. Сколько, интересно, снежинок я буду получать на нем? Плюс 16. Not bad. Поехали гребсти бабло. Слушай, ну на тачке гораздо удобнее гонять. Нафиг этот снегоход. Если б я знал, я бы его лучше не покупал и сэкономил бабло. Набрал 25 тысяч снега, и мы переходим в новую локацию. Тут, кстати, есть золотые питомцы. Но не это я заметил. Тут есть трамплин. И сейчас мы его используем по назначению. Вот так вот. Такой себе трамплинчик, конечно. Или не та тачка. Всего лишь до 40 км в час разогнался. А нет, миль. 40 миль в час — это довольно много, я тебе хочу сказать. Это почти 60 км в час. Единственное, что плохо, это то, что территория здесь очень маленькая для очистки снега. Предлагаю уже сменить точилу. Пойдем в магаз и смотрим, что мы можем купить на 40 тысяч. Тахо за 15, ну, не будем. Тахо 5 за 30 тысяч не будем. Форд Фокус гоночный. Неинтересно, но выглядит заманчиво, конечно. Дальше за 65 мы можем купить уже снежный плуг. На что, собственно, и буду я сейчас копить. Кстати, чтобы дальше пробраться, нужно 250 тысяч снега. Это чертовски много, я тебе хочу сказать. Для этого действительно понадобится грузовик. Значит, я хочу попробовать вылезти с тачки и снегоуборщиком пройтись и глянуть, сколько я буду снега получать. 40... 49! Not bad! А ко мне летит летающая тарелка инопланетная. Интересно, она меня... Нет, меня она не забрала, увы. Идем в магаз и покупаем огроменный снежный плуг. Конечно, он будет красным. Где я? Где я нахожусь? О, да, вот это моя тачка. О, Бобкэт ездит тут рядом со мной. Да, правда, не сильно-то и круто ему на нем. Чё-то шмантыляет его в разные стороны конкретно.
Кстати, ты посмотри, на этом грузовике я получаю меньше, чем на аллигаторе. Но так как я собираю сразу огромную площадь и довольно быстро передвигаюсь, то это окупает себя. На начальной локации я вообще плюс 3 за квадратик получаю. Как-то это скудненько. Полагаю, что надо обновить себе питомцев, чтобы они давали мне больше. Конечно же, питомца я буду покупать за 5к, так как у него больше показатель. И мне попался цыпленок обыкновенный. X2. Прям недурно экипируем. Максимально экипировать можно всего 4 питомца. Ну вот, теперь я уже получаю 11 вместо 8. Вид от первого лица неплохой, но Даки мешает. Он все норовит сесть за руль. Накопил 15к и хочу купить нового питомца. Подороже. Давай посмотрим, что вылупится здесь. Снежная собака обыкновенная. Из-за того, что я поставил крестики, этот питомец автоматически удалился. И я тупо сейчас просрал 15 тысяч снега. Снова 15 тысяч снега, и я уже не буду делать вот эту вот ошибку. Смотрим, что выпадет в этот раз. Дайте редкий, пожалуйста. Обычная собака. Ладно, тем не менее, она дает X4. Экипируем ее вместо одного даки. Как насчет трамплин? Оу, это была плохая затея. Кстати, снег я могу собирать на этой машине и задом. Не обязательно ездить передом. Кстати, вполне себе удобно, между прочим. 40 тысяч в кармане, и теперь я могу позволить себе золотое яйцо. Необычный! Вот это да! И сколько он дает? Плюс 6! Значит, выкидываем цыпленочка. И выбираем Golden Sovu. Вот это да, вот это я понимаю. Golden Sova сразу нас превознесла к 40 снежинкам за один квадратик. Это мега круто. 50 тысяч снежинок. И ты, наверное, думаешь, какую же технику он купит дальше. Следующий у нас это снегочиститель 5, который стоит 85 тысяч. Но надо не забывать про инструменты. Мы же хотели купить волшебную палочку. Тут царит магия. Покупаем, экипируем. Выходим с тачки и тестируем. Волшебно. Ух ты, елки-палки, ты посмотри, что происходит. Плюс 317. Офигеть. Я мега... Знал бы я раньше, что творит магическая палка, сразу бы на нее копил. Ты посмотри, что она творит. Как быстро я собираю снежинки. Честно говоря, я теперь думаю, что следующая техника мне в принципе не нужна, потому что она не сравнится с магической волшебной палкой. Проще сразу копить на питомцев, чтобы увеличить силу нашей палочки. Итак, я насобирал почти 175 тысяч. Это одно золотое яйцо, самое дешманское, которое здесь продается в этом золотом питомнике. И прежде чем купить это яйцо, давай посмотрим, на что еще я могу потратить эти деньги. Значит, большой трактор, огромный трактор. И все, колесный погрузчик уже стоит 200 тысяч. Недешево. Но посмотрим, насколько усилит мою волшебную палочку питомец за 175 тысяч. Хоть бы редкий или необычный, обыкновенный. Но тем не менее, он за 175 и должен очень круто. 8! Блин, а что так мало-то? Филин хоть и необычный, но он на 6 увеличивает, а тут собака на 8 всего. Ладно, пофиг. Выбираем снежную собаку, ставим золотую снежную собаку. Ты только посмотри, сколько я получаю снежинок! Понятное дело, что тут сразу за несколько квадратиков. Но тем не менее, я даже на машине столько не собирал. Ну что, 200 тысяч. Уже встает дилемма. Купить огромный снегоуборочный трактор, колесный погрузчик, или потратиться еще на одного питомца. Я думаю, что мы купим еще одного питомца, а потом уже погрузчик этот. Золотая снежная собака, еще одна. Теперь я получаю 564 снежка. Ладно, по такому поводу давай уже добьем всех золотых питомцев, чтобы они все у меня были, 4 штуки золотые. Редкий снеговик попался! Сколько он дает? 11, офигеть! Снимаем. Ставим снеговика. И просто я сейчас буду собирать нереальное количество снежинок, наверное. 700. 720. Вот это да. Вот это прорыв.
Теперь я с легкостью наберу 200 тысяч и куплю себе промышленный транспорт. Но если честно, мне кажется, что с волшебной палкой ничего не сравнится, пока я не наберу 500 тысяч снежинок. Чё это я буду сейчас покупать что-то промышленное, если я могу еще увеличить получение снежинок путем перехода в новую локацию? 250 тысяч снега я же уже набрал. Так что вперед туда. Разрешите, пропустите, я теперь могу сюда заходить. И я получаю почти косарь снежинок в карман свой. Вот это да. Скоро я доберусь до города, совсем чуть-чуть осталось. Тут какие-то фермерские поля. По ним можно ездить? По ним можно бегать. Странно, что в них нету снега. Они, видимо, устойчивы к нему. Вот я и набрал 500 тысяч. Собственно, давай теперь посмотрим, что я могу на них купить. Офигеть, в самом конце меня встречает Бобкэт за 9 тысяч. Что он здесь забыл? Тем не менее, я его могу купить, и давай я это сделаю. Заспавню и посмотрю, что в нем такого, что он находится в самом конце. Где Бобкэт? Садимся в него. Написано, что я буду получать удовольствие. Ну, вот сейчас я проверю. 360 я получаю на нем. Ай-ай-ай, за что ты меня сбил? Негодяй. Нельзя обижать маленьких. Но он довольно шустрый и очень быстро собирает снег, поэтому я даже не знаю. Тут сколько я получаю? 480 я получаю. По сравнению... Опа, стопэ. Тут уже город начинается, нужно миллион набрать. Короче, по сравнению с волшебной палочкой, Бобкэт не сравнится, но учитывая его скорость, он становится даже лучше, чем волшебная палочка. Потому что с такой скоростью я волшебной палочкой не мог собирать снег. А, тут вон как можно за поле заехать. И тут тоже дорожка есть. Ну ладно, покатаемся. Вот, собственно, и миллион я набрал. Мы сейчас можем проехать в город. А там уже до летающей тарелки недалеко, в принципе. Кто бы мог подумать, что Бобкэт за 9 кэсов надо было раньше посмотреть в конце. И я бы еще быстрее набрал эти деньги. В общем, чем дольше играешь в эту игру, тем больше ты говоришь, а вот если бы я раньше знал, то было бы гораздо лучше. Что ж, переходим в город. Тут X5 снега. Мы тут. Получаем 600. Подожди, давай вылезем и посмотрим, что будет с волшебной палочкой. Я бы здесь получал волшебной палочкой 1200. Что очень круто. И еще посмотрим, что нам даст летающая тарелка. Снегоуборочный плуг из далекой галактики. Спавним его. Жалко, он не красный, а исключительно зеленый. И теперь я, по идее, смогу летать, да? Что-то я не могу в свой собственный транспорт сесть. Вот! Итак, управление понятно. Нажмите EQ. Это, видимо, подъем. Ага, вот подъем. Ну вот, собственно. Вот так вот летаешь и собираешь. Ну, как бы это не круто. Очень мало снега я получаю. Хотя как мало? 3000. Что тебе мало-то, да? Казалось бы. Что тут вообще есть в этом городе? По большому счету ничего, но вот там, где уже небоскребы, там что-то нас поджидает. Пойдем туда, сходим. Посмотрим, что там. Новый П, это нас там поджидает. Но чтобы туда попасть, нужно 10 миллионов снега. А вот и я, здравствуйте, здравствуйте. Пойдем посмотрим, что там. 1 500 000, 3 миллиона. Ну вот за 3 миллиона давай купим, посмотрим, что нам даст. Конечно, обычная золотая блатная собака. Да, блатная собака. Плюс 20 она дает. Значит, филин у нас убирается, а блатная ставится. И теперь я буду капец как загребать снег. Я устал говорить эту фразу. Чем дальше, тем я круче становлюсь. Такой снежный магнат своего рода. Эй, как залезть-то? Вот. Теперь я получаю 3500 тысячи, а получал 3. В нынешних реалиях я бы сказал, что это неплохо. А в самом начале я бы сказал, это очень круто. Приехал покупать еще более навороченного питомца за 6300. Посмотрим, кто тут вылупится. Шоколадная собака нам попадается, и она дает... Фу! А что так мало? У меня блатная собака больше дает. Лучше за 3 ляма покупать яйца. Ну как это так? Но, тем не менее, я теперь уже собираю по 4300 тысяч снежинок.
Блин, это как-то прискорбно, что я даже над домами летать не могу. И красть человеков. Я же инопланетная летающая тарелка, которая набрала 10 миллионов снежинок. И, наверное, уже пора лететь в мегаполис. Эй, мегаполис, ты готов встретить меня и моих питомцев? Йо-хо-хо, с Рождеством! И здесь я уже получаю 12 тысяч снежинок, почти 13 тысяч снежинок, хотя нет, и 6400. Вот так вот. Давай вылазим. Смотрим, что мы можем прикупить здесь. Радужные питомцы. 50 миллионов, самый дешевый. А нет, 12,5 миллионов, самый дешевый. Окей, сейчас мы его купим. И сколько нам этот питомец чего даст? Было бы круто, если бы необычный хотя бы выпал. Золотая панда, обыкновенная. Она дает 26. Недурно. Выбираем, значит, эту собаку, ставим панду. Надеюсь, я тут пролечу. Аккуратненько обходим деревья. Дальше 250 миллионов снега нужно. И мы, видимо, перейдем в новую локацию или куда? В небеса, что ли? Там луч в небеса уходит. Интересно, что же там? Прям дико любопытно. Ладно, сейчас не об этом. Нужно набрать огромное количество снега. Блин, я не могу на этой летающей тарелке. Она слишком медленно. Предлагаю купить какой-нибудь другой транспорт. Вот, давай, например, грейдер. 300 тысяч. Почему бы нет? Купить, спавним его и прокатимся на нем. Ух ты, я его толкать могу, обалдеть. Садимся и задним ходом погнали. Давай, поехали. Заднее колесо буксует. Ну, в принципе, мы почти... Но мы намного меньше получаем, чем на летающей тарелке. Но его гребень, смотри, он всю дорогу расчищает прям. Опс, я кого-то там смел. О, золотой попугай попался. Ну-ка. 32 дает, офигеть. Экипируем. Короче, под конец я решил уже купить золотое пламя. Это конечный инструмент. То есть самый лучший должен быть. И вот сейчас мы его проверим. Вот оно у меня. Магическое пламя, выходящее из вашей руки. Экипировать. И теперь давай посмотрим, что оно будет делать. Оно почти так же, как и НЛО, дает нам снега. Сейчас заспавлю НЛО ради интереса, чтобы все это проверить. То есть 12,8 я сейчас получаю. 12,8 я получаю и на летающей тарелке. Но только я на ней гораздо быстрее все это получаю. Даже не знаю. Ну, летающая тарелка все равно выигрышнее. То есть тратить рубаксы на это как бы не было смысла. Ну и докуплю, что плюс 4 питомца еще можно было бы взять. Посмотреть, насколько я мощнее стану. Экипируем всех вот этих вот чувачков. О боже мой. Нифига себе. Такая банда вокруг меня. 23 тысячи я собираю. Вот это да. 27 тысяч в кармане. Я могу позволить себе вот этих вот чертят. Лавовых каких-то. Что ж мне выпадет? Магматическая собака. 24. Фу. Ну что ж, ладно. Вставляем ее. Разбавит наш золотистый отряд своей черностью. И вот соблазн. Соблазн того, что потратить 100 миллионов на золотое яйцо. В принципе, пэты все похожи на золотых петов. Либо докопить уже до 250 и перейти в новую локацию. Наверное, все-таки 250... тарелку угнали. Сейчас заново закажу. Короче, я считаю, что лучше, наверное, 250 накопить. А то с этим пэтом за 100 миллионов, ну, наверное, он тридцатку будет давать. Еще же не факт, что выпадет какой-нибудь редкий или необычный. Обычный выпадет. Так что продолжаю сбор снега. Кстати, пока я тут летал, вон там еще тарелка одна появилась. О, нифига себе. А я не знал, что тут можно внутрянку посмотреть. Забавно. А на чем я сижу, собственно? Не ясно. Ладно, в общем, пока у меня тут конкуренция летает, вон еще одна тарелка прилетела. Ну вот, собственно, и все. 250 тысяч. Открываем эту... Ой, не здесь. Значит, 250, 7х снега. Заходим сюда и проверяем. А, это подземная фигня какая-то. То есть нужно спуститься. А я хотел наверх заехать. Мы, оказывается... Это не телепорт в небо, это, оказывается, люк. В канализацию, что ли? Пойдем проверим. Телепорт. Ха.
Ёлки-палки, все-таки в космос, я на Луне. Я на Луне. Юху. И это, видимо, последняя локация. Здесь можно купить яйцо за 500 миллионов. Нормальные такие чебурашки тут всякие. Ну чё, давай я сейчас заспавню здесь свой звездолет. Откуда он, собственно, и взялся. Ну, то есть, с Луны, скорее всего, у нас появились инопланетные тарелки. И, как мы видим, НЛО заряжается за счет солнечных панелей. Ну, вот как бы и все. Сколько я здесь? 100, нифига себе, 27. 27 тысяч снега я, короче, получаю. Неплохо, неплохо. Я все же предлагаю вернуться обратно. Купить питомцев за 100 миллионов, я их двух штук могу себе позволить, и вернуться обратно на Луну. Покупаем. Один лавовое яйцо. Обыкновенненький. Золотая магматическая собака. Ясно. Еще одна магматическая. Необычная золотая кошечка. Not bad. Посмотрим, сколько они чего дают. 52 и 48. Слушай, это прям капец как много. Боюсь представить, что было бы, если бы мне попался редкий питомец. Итак, я здесь получаю по 30 тысяч снежинок. А на Луне я получаю по 35 тысяч. Ну что ж, пришло время заканчивать. По итогу я убрал от снега не только Землю, но еще и Луну. И я чертовски этому рад. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить других интересных игр, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи.